Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитаананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джану Самаюктам Виндаванам Манохарам Ванчакалпатарувасакипасиндубевача Патитананг Павунебхо Вайшнавебхьо Наму Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангунглам Хайтиграм Яткипатамаханга Банде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидеббхай Пиявай Кешавасача Кришна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Наму Намаха Нараяна Намаскритта Нарам Чайва Нараттамам Девим Сарасватим Вясам Тато Джайо Мудират Санкиртане Кришна Катхупадеша Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагодварана Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетас Падам Сива Виринчанатам Сараньям Бхитатихам Панатапалья Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаранаравиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатая Беспуриджита кемапигабхавадушвадарши Пурнанурагара сасагара сарамурти Сарадхикамай кадантипам кароши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджан ламбита бхужау канака бодату Шанкиртаной капитару камала хитакшо Вишам бару дижа бару жугадхарма пало Банде жагат прия кару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам, Сура Сурайра Бандито Дипа Рупам, Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам, Бхавану Рупена Садана Ранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибхишихи Тобам Бхагам Нараяно Прияманага Мада Пухарам Барану Сипурапати Бхаджави Шанатам Ваги саджасо бадане Лакшмир жасо ча бхакшаси Жасьясте хиде самбит Твам нишинга махам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама Рам Рам Хари Хари Баданти таттатвидам саттам яд гьянам аддаям
брахмети параматмити бхагаваните сабдати баданти таттаттвидам статьям ядгьянам аддаям брахмети параматмити бхагаваните сабдати Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад. Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, до тех пор, пока в этом мире присутствует ума настроения Майвади, мы не можем проповедовать Шудда Бхакти в широком ключе. До тех пор, пока Майявада Вичар присутствует в этом мире, мы не можем должным образом распространять чистое преданное служение, поскольку Майявада образует собой большую проблему. Прабхупад часто выражал горечь от того, что в настоящее время Майявади присоединяется к обществу вайшнавов. Майявади одевают одежды вайшнавов и входят в общество преданных, тем самым создавая огромные проблемы. С тех пор, как это начались огромные проблемы. Как я уже много раз говорил, Майявада означает отсутствие веры в вайшнавов, гуру, дхам, нам. Если мы посмотрим вокруг, то обнаружим проявление этого. Несмотря на то, что, казалось бы, у людей присутствует тилак и мало в руках. Прабхупад говорил, посмотрите, что происходит. Сможете ли вы найти хотя бы одного человека, который обладает твердой верой в харинам, вайшнавов и гуру? Я уже много раз говорил, что Прабхупад объяснял, что все мы в большей или меньшей степени осквернены Майявадой. Если у нас есть 50% веры вайшнавов, имеется в виду, если наша вера 50%, другие 50% составляет безверие. Или 90%. Но 10% безверия сохраняется. Поэтому, то есть все, никто из нас не может заявить, что мы на 100% верим в вайшнавов и Бхагавана. Таким образом, вся Сарасват Гаудия Паривар, то есть имеется в виду все общество вайшнавов, в той или иной степени осквернено. И повсюду мы сталкиваемся с большим количеством противоречий, даже в нашей собственной сампрадае. Возникает много проблем лишь потому, что мы уклоняемся от следования Шриле Прабхупаде, Бхакти Сиддханте Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупаде. Именно поэтому и возникают проблемы.
В настоящий момент у нас нет никакого права указывать, обвинять каких-то настоящих сахаджи, то есть майявади, что они являются таковыми, потому что на самом деле я ничем от них не отличаюсь. Своим поведением я не могу доказать, что я лучше. Итак, даже в нашей сампрадае большинство людей убеждены в том, что у нас нет. Единение с Мадхавачарьей, что мы никак не связаны с ним. Или это чисто в словесной форме проявляется. Но нет глубокого понимания нашей связи с Мадхавачарьей. Это глупость. Некоторые думают о себе как о очень ученых, и они пытаются отстаивать свою точку зрения, заявляя, что у нас нет никакой связи с Мадхавачарьей. Но как такое возможно? Они говорят, что якобы лишь Баладева Видьябхушана, так как он был связан с ним, он создал некий мост связи. А в противном случае у нас нет никакой связи как таковой. То есть такие убеждения господствуют в нашей сампрадае. Люди не осознают, какой связью на самом деле мы обладаем с Мадхавачарьей. Можно спросить, почему Бхактивинода Тхакур много, часто говорил в статьях и устно, что те, кто входят в Гаудия Сампрадаю, но при этом игнорируют Мадхавачарью, те, кто обрубают связь с ним, те, кто не признает связь с ним, являются врагами нашей Гаудия Сампрадая. Это утверждал Бхактивинода Тхакур. Они наши враги, говорил он. Глупцы. Основываясь на чем, заявлял это Бхактивинода Тхакур. Итак, эти люди утверждают, то есть они выстраивают свои убеждения на шлоке из Чайтанья-чаритамриты, где сказано, что Махапрабху, когда совершал путешествие паломничества по Южной Индии, пришел в Удупи. В то время было там несколько ачари, и там он встретился с Мадхавачарьей. И Мадхавачарья сказал ему: «Я ничего не знаю о садхана-татве. Не мог бы ты меня обучить ей?» Я слышал, что в то время 7 или 8 ачарий. Находились там. Я прошу прощения, Махапрабху спросил о садхана-татве, и эти ачарьи начали говорить ему различные ложные теории о мукте и так далее. Но Махапрабху хотел докопаться до истины, дойти до истины.
Как в нашем случае, если я сейчас вам скажу, что вы не следуете Махапрабху, если вам так скажу, вы разгневаетесь, ведь вы все тилаки ставите и так далее. Но даже если сказать подобное сахаджиям из Навадвипы, они также разгневаются, ведь они тоже считают себя последователями Махапрабху. Но на самом деле, кто может выдвигать подобные заключения? Лишь Шрила Прабхупад, Шрила Бхактипрагьянкешава Госвами Махарадж. Но те, кто сейчас занимают посты ачарий, не могут, поскольку они сами не следуют Махапрабху в точности. Таким образом, сейчас многие заявляют, что они якобы следуют Махапрабху. В Навадвипе заявляют, что Гаудия Матх на самом деле ничему не следует, нет смысла идти в Гаудия Матх. Они ничего не знают, у них нет парампары. Они не могут дать вам гопи сварупы, поэтому там лишитесь всего, не ходите туда. Просто потратите время. Так как же можно определить сейчас, кто следует Махапрабху по-настоящему? Поэтому я говорил о важности парампары. Значимость парампары заключается в том, что благодаря ей мы получаем неизменное учение Махапрабху, неизмененное учение. То учение, которое принес сюда Махапрабху, мы получаем благодаря Гуру Парампаре. Мы получаем это учение от Бхактивинода Тхакура и других представителей Гуру Варги. Возможно, мы, глядя на игры Махапрабху, не понимаем, почему он так действовал. Но благодаря Прабхупаде, Бхактивинода Тхакуру и другим представителям нашей Гуру Варги, мы ясно понимаем смысл деяний Махапрабху. Поэтому парампара так важна. До тех пор, пока мы поддерживаем чистоту потока Гуру Варги, имеется в виду переемственности Гуру Варги, мы живы, мы можем выжить. Но как только эта чистота утратится, что произойдет? Посмотрите, что происходит сейчас. Таким образом, даже сейчас в нашем обществе 90% тех, кто называет себя преданными, не знают о том, что в действительности хотел дать нам Прабхупад, Бхактивинода Тхакур и так далее. Сиддхарта Госвами Махарадж, к примеру, сказал замечательную сиддханту, но его последователи утверждают полностью противоположное, и они говорят, что вот он имел в виду это, и спорят. Я не хочу называть имена. Я говорю сейчас не для критики, я не для того, чтобы с кем-то сражаться и воевать. Я лишь хочу установить сиддханту такой, как она есть. Если люди смогут понять, я очень рад. Как замечательно говорил Кришнадас Кавирадж Госвами. Мы боимся говорить о сокровенных тайнах расы Сиддханты. Но если все-таки мы говорим о ней, если глупцы этого не поймут, мы счастливы. Мы будем очень рады. Они боялись. То есть Кришнадас Госвами боялся, что сахаджия будут пользоваться, использовать вот это сокровенное знание. Но благодаря Нитьянанде Прабху они ничего все равно не смогли понять.
Итак, даже в нашей собственной гуру, то есть в нашей парампаре сейчас находятся те, то есть имеется в виду в нашем обществе преданных, находятся те, кто выступает против Шрила Сидхарта Госвами Махараджа и его заключения в Сиддханте. То есть есть те сейчас в нашем обществе преданных, кто распространяет информацию о том, что мы не находимся в линии Мадхава Ачарьи. И ко мне обратился один из таких проповедников и попросил отредактировать книгу. Какие-то из его книг я редактировал, но... То есть, когда мне попала в руки вот эта книга, где он утверждал, этот Махарадж значительно старше меня, он старше меня. В то время ему уже было более 90 лет, а мне тогда было 52. Как же я мог с ним спорить? И я мягко попросила: «Махарадж, позвольте, пожалуйста, мне написать статью о том, что все-таки мы находимся в линии Мадхава Ачарьи, а вы напишите ответ, напишите свои аргументы». И этот преданный согласился. Потом я поехал во Вриндаван, вернулся. И на празднование дня ухода вайшнава из Мадха, которого был этот преданный, мне в руки попала книга, которую просил редактировать этот преданный. То есть имеется в виду, что она уже была издана. Тогда я прикоснулся к самадхам этого вайшнава, который основал Мадх. Я сказал: «Махарадж, если я ваш сын, я очень скоро издам книгу, которая доказывает нашу связь с Мадхава Ачарьей». И уже 5 лет прошло, как тот Махарадж, кто издал эту книгу, оставил этот мир. Ну, имеется в виду, что так мне, как бы, то есть он так и не ответил на то, что я написал. Так вот, если фундамент, который сейчас, то есть который был создан, имеет разногласия, противоречия, что ожидать от будущего поколения? Когда Гауранга Махапрабху, находился на этой земле, сампрадай, который изначально следовал Мадхава Ачарьи, уже уклонилась от него. Махапрабху в связи с этим говорит, что в сампрадае должны присутствовать две составляющие. Махапрабху подумал
разговоре с ачарьями, возможно, вы увидели, что я в одеждах Майявади, поэтому не хотите обсуждать со мной сокровенные истины, которые изложил Мадхава Ачарья. Изначально Мадхава Ачарья хотел установить бхакти, он проповедовал бхакти. Почему Сахаджи, который находится в Навадвипе, и те, кто находится на Радаконде, говорят, заявляют, то есть делают какие-то ложные заявления по поводу Сиддханты? Они якобы, то есть они никак не могут доказать, что Махапрабху действительно говорил то, что они проповедуют. В то время, когда Махапрабху присутствовал здесь, некоторые из ачарий уже уклонились от истинного пути. И в конце концов в этой беседе Махапрабху начал говорить о высшем бхакти. Мадхава Ачарья — аватара Хануманджи Махараджа. Иногда мы видим упоминание о том, что он аватара Бхимасена, поскольку они в действительности едины. Хануман и... Лишь из-за своих собственных недостатков мы не видим высшее положение ачарьи, мы не видим ачарью в ачарье. Кто понимает сейчас Прабхупаду и Бхактивинода Тхакура? Кто может понять их? Если бы присутствовало полное их понимание, то почему бы сейчас происходило то, что происходит? В Бхагаватам сказано, что со временем парампара, кто-то уклонялся от нее, а кто-то следовал в точности. Кто-то уклонился, а кто-то шел, следовал в точности предшествующим ачарьям. Многие уклонились от читания Махапрабху, от Бхактивинода Тхакура, Прабхупады. Если посмотреть на ныне издающиеся книги, можно найти там много противоречий, много отступлений от истинной Сиддханты. Таким образом, к сегодняшнему дню повсеместно присутствует уклонение от пути, который принесли нам ачари. Даже Чатуршан и Анантадев лично пришли, чтобы послушать объяснение Шримад Бхагаватам Мадхава Ачарьи. Сам Чатуршан и
они с глубоким смирением слушали комментарии. Сам Анантадев, он постоянно говорит о славе Бхагаватам, постоянно прославляет Бхагаватам, но сам он пришел, чтобы послушать комментарии на Бхагавата Мадхавачарья. Когда Мадхавачарья завершил свое повествование, Чатуршан попросил Анантадева, спросил, сейчас нам бы услышать о том, какой плод получит человек от слушания Шримад Бхагаватам, какое благо от комментариев Мадхавачарьи. На это Анантадев сказал, они обретут бхакти, люди обретут бхакти, вечное служение. Когда они оставят тело, они обретут вечное служение. Это правда, что изначально Баладев Видьябушана находился в линии Мадхавачарьи. Он был выдающимся знатоком Сиддханты, настолько разумным. И он был лучшим сосудом для Сиддханты, который принес сюда Мадхавачарья. Невозможно найти никого подобного ему. Да, Вишванатха Чакраварти Тхакур был в то время там. Да, он был очень возвышенным, но в то время он был уже в преклонном возрасте. Но в вопросах Веданты все-таки Баладев Видьябушана занимал выдающееся место. Он смог представить учение Мадхавачарьи в точности. Наша Гаудия Сампрадая в парампаре Шьямананда Прабху. Дамодар Прабху находился в линии Шьямананда Прабху. Баладев Видьябушану бросили вызов. Итак, Дамодар Прабху обладал высочайшим бхакти и Дамодар Пандит. И благодаря этому он смог установить сандарбхи Джива Госвами, то есть проповедовать их. В действительности нет ничего выше, чем шесть сандарбх Джива Госвами. Там собраны настолько приведены такие высокие объяснения. He was in front of his devotional power.
Балдев Такур, Бхактивинода Такур много раз говорил, что Балдев Видибушана является жемчужиной нашей Гуру Варги. Благодаря ему мы получили в точности учение Мадхавачарьи. Бхактивинода Такур и все представители нашей Гуру Варги хотели установить Сиддханту Вичар, который принес нам Балдев Видябушана, которая была на основе Мадхавачарьи. То есть, что написал Мадхавачарья, хотел донести до нас Балдев Видябушана. Конечно же, он не менял Сиддханту. В Прамее Ратнавали Балдев Видябушана изложил Сиддханту Мадхавачарья. А Бхактивинода Такур доказал, что нет никакой разницы между тем, что говорил Мадхавачарья, и нашей Гауди Сиддхантой, а также наставлениями Гауранги Махапрабху, которая была представлена в форме То есть Бхактивинода Такур сделал какое-то краткое изложение учения Махапрабху. И указал, что оно никак не отлично от учения Мадхавачарьи. Бхактивинода Такур what speaking? And what Баладев Гурудевшан going to speak the Madhva Siddhanta? No major difference? No major difference, nothing. All same. And one point I would like to say, that it is only Madhvacharya. It is only, I know, Srila Ramanujacharya also was successful to break Mayava Siddhanta. Я знаю, что Рамануджачарья также достиг большого успеха в борьбе с Майвадой. Но Бхактивинода Такур говорит, Рамануджачарья составил огромную книгу под названием «Парапакша». Парапакша Гири Баджра. I am Гири Баджра. Гири Баджра. Что означает истребление? Это как молния, которая истребляет философию Майявади. То есть, да, конечно же, Рамануджачарья также боролся с Майявадой, но, тем не менее, Мадхавачарья более радикально разрушал ее, истреблял. Так в Мадхава Сампрадае очень сильная вера в поклонение божеству Виграха Севу. Who is the actual guru of Madhvacharya?
Итак, кто же является гуру Мадхава Ачарья? Согласно лиле, Мадхава Ачарья принял рождение в Южной Индии. На Дашами, Дурга Дашами. Когда Дурга Пуджа заканчивается, а Рамачандра прибыл на Ланку. Отца звали Нараян Бхатта, а мать Ведда Бхатти. Еще в детстве Мадхава Ачарья проявлял уникальные качества. В возрасте 10-11 лет он уже завершил обучение. Однажды его учитель разгневался на него: «Ты почему не учишься, играешь, забавляешься целый день?» Мадхава Ачарья со смирением сказал: «Вы дали мне задание, которое заняло у меня совсем немного времени. Таким образом, я быстро выполняю ваше домашнее задание и все остальное время играю. Вы даете нам такие незначительные задания, что я очень быстро справляюсь с ними». «Да, ты уже все выучил? Говори, рассказывай». И он начал рассказывать шастры. Часть Упанишат. Он полностью рассказал. Его учитель был поражен. Я же только произнес их, а он один с первого раза услышав, уже наизусть, в точности, с правильным произношением, все процитировал. Так подрастал Мадхава Ачарья. В детстве он являл много лил, но сейчас нет времени рассказывать все их. Однажды Мадхава Ачарья сказал: он сказал это отцу, я истреблю Майваду. Прежде Мадхава Ачарья звали Васудев. И он сказал так отцу: я истреблю Майваду, побежу философ Майваде. Отец сказал: если ты из этой сухой палки сделаешь цветущее дерево, я поверю тебе. И Мадхава Ачарья сказал: не проблема. Взял засохшую ветку, воткнул в землю, и тут же оно разрослось, расцвело, превратилось в цветущее дерево. И отец поверил, да, для него нет ничего невозможного. Ну, отец не знал, что его сын Ваю Аватара. Так же, как в играх с читанием Махапрабху, когда его отец хотел побить его за то, что тот не хотел учиться. Они полны ватсалья расы, привязанности, родительской любви. Впоследствии Мадхава Ачарья начал широкую проповедь против Майвады. Но Майвады в то время были настолько могущественны, что они не просто стали бы побеждать вас в дебатах, они просто убили бы вас. Мадхава Ачарья писал много трудов,
против Майявади, и они предприняли попытки, все его труды выбросить в океан. Но они похитили его труды, тем не менее, через какое-то время он смог вернуть их назад. Но никто, несмотря на то, что Майявади были так могущественны в то время, никто не мог сражаться с Мадхавачарьей. Ачюта Прекша был знаменитой личностью в Южной Индии в то время. И Мадхавачарья хотел получить саньясу от него. Он принес саньясу в храме под названием Анантешвар. Когда Ачюта Прештха хотел рассказать о том, что он только что написал в одной из своих книг Мадхавачарья, он начал цитировать, и он только одну шлоку произнес, но Мадхавачарья уже указал на 32 ошибки. 32 ошибки. Ачюта Прештха очень разгневался, как ты смеешь. Тогда Мадхавачарья начал читать книгу Ачюта Прештхи, только в соответствии с бхакти. В соответствии с бхакти Сиддханты. И Ачюта Прештха был удивлен. И в конце концов он был вынужден признать, что все-таки Мадхавачарья обладает большим знанием, чем он сам. Что он превосходит, несмотря на то, что он его ученик. Поэтому он изменил его имя и назвал его Мадху Ачарья. Мадху означает как мы поем в киртане. Это заключение вед, это учение вед, как мед, который исходит из лотосных стоп Кришны, нектар. Поэтому Кришна называет Мадху. Это одно из его имен. И также стали звать Мадхавачарью от слова Мадху. Со временем его также называли Ананта Тиртха. Ачюта Прештха, несмотря на то, что он был его духовным учителем, он был ачарьей, он провел арати, пуджу, провел пуджу Мадхава Ачарьи, провозгласив тем самым, что он подлинный ачарья. К Ачюта Прештхе приходило много знаменитых ачарий для того, чтобы обсуждать Писание. But Ачюта Прештха was bound to speak
И они опровергали, пытались спорить с Сиддхантой Мадхавачарьей, но Ачюта Прештха, занимая нейтральное положение, объяснял, что в действительности то, что говорит он, основано на учении Вьясадева. На берегу Сарасвати место, находится место, где Вьясадева Госвами. Жил и писал свои труды. А рядом находятся два холма Нара-Нарайна. Там же река Алакананда, все это в Гималаях. И Нара-Нарайна даровали свой даршан Мадхавачарье. Мадхавачарья отправился туда в паломничество. Нара-Нарайна, сами они обратились к Мадхавачарье, чтобы послушать его комментарии на Бхагавад-гиту. Мадхавачарья совершал там, в Гималаях, аскезы, баджан, и впоследствии он получил даршан Вьясадева. Он явился перед ним и обнял. И объяснил ему глубинное значение Сиддханты. Сказал ему, напиши комментарии на Махабхарату. Благодаря, то есть по твоим благословениям, лишь по твоим благословениям я смогу это сделать, сказал Мадхавачарья. И Вьясадев благословил его на это. Итак, он составил комментарии на Махабхарату, Упанишады, Вишну Сахасрарам. Он написал 100 комментариев на Вишну Сахасрарам. Он так объяснял шлоки из Вед, что все пандиты были поражены. Однажды Мадхавачарья в присутствии Ачюта Прекхи дал комментарий на один из стихов Упанишат. И Ачюта Прешта сказал, если ты обладаешь таким глубинным пониманием, почему бы тебе не написать комментарий на Веданту? Итак, он составил комментарий на Веданту. Рамануджачарья также сделал это.
все четыре сампрадаи написали комментарии на Веданту. Шанкарачарья написал. Сиддханта Мадхавачарьи полностью соответствовала учению Вьясадевы. Но главный вопрос в том, кто же такой Вьясадев? Что подразумевается под Вьясадевом? Вьясадев — это тот, кто хотел установить Шудха Адвайтават. Хотел описать Ачинтья Бедабеда Татву. Шудда Двайта Ваду, то есть чистую, чистый дуализм. Двойственность. Существует много писаний Мадхавачарьи, где он время от времени указывает, устанавливает Ачинтья Бедабеда Татву. Но почему же он писал подобное? Шудда Адвайтават. Майявади проповедуют Шудха Адвайтават, то есть они проповедуют монизм. Шудха означает чистый, чистый дуализм. Шлока, с которой я сегодня начал. Брахмети параматмети бхагаванити сарва. Follow. Баданти таттаттвидам саттам яд ад. Баданти таттаттвидам саттам яд. Гьян аддайам. Аддай. Аддай гьян. But most of the people, they have no idea that it is true. Большинство людей не понимает, что в бесчисленных мирах, даже в трансцендентном мире, существует лишь одна Сиддханта. Кришна. Адвайам означает нет дуализма. Бхагаватам Таттва говорит о Адвайя Гьяна Таттве. Но она связана с Ачинтья Беда Таттвой. То есть Адвайя Таттва не означает, что существует лишь одна Таттва, и мы находимся под руководством. Мы должны поклоняться Шакти, как Майяваде. Нет. Can't understand.
То, что на самом деле сказано в Бхагаватам, не просто понять обычным людям. Та самая Адвайя Гьяна Татва, единая татва, полна разнообразия. Единство в многообразии и многообразие в единстве. Но глупцы Майявади этого не понимают. То есть Бхагаватам проповедует Адвайя Гьяна Татву, но это речь идет о абсолютной, абсолютном абсолюте. То есть там говорится, что все, абсолютно все связано с Господом. Существует лишь одна Сиддханта. Это основоположная Сиддханта Бхагаватам. Но Майявади совершенно по-другому объясняют эту татву. Какую страницу в Бхагаватам вы бы не открыли, там всюду сказано, что то есть там всюду говорится о взаимоотношениях с Бхагаваном, о том, что все дживы связаны, весь мир связан с Бхагаваном. То учение, которое проповедовал Махапрабху, не было новым. Ясадев Госвами, даже в Ясадев Госвами уже говорил в различных сутрах об этом. Таким образом, да, Бхагаватам действительно говорит о Адвайя Гьяна Татве, тем не менее, это происходит через призму Бьеда Бьеда Татвы. Приставка «шудха» означает Мадхвачарья говорит, что различие присутствует в единстве. Многообразие. Так или иначе, все исходит из Бхагавана. Бхагаван и дживы отличны. Это соответствует Сиддханте Бхагаватам. Бесчисленные дживы. Вечно существуют. Они лишь меняют свое положение. Дживы также отличаются друг от друга. Дживы отличны от материи. Материя — это Итак, Мадхвачарья устанавливает, что существует пять основополагающих отличий.
Ишвар и Джива, между ними отличия. Они отличны друг от друга. Джива отлично от, одна джива отлична от другой дживы. Джива отлична от материи. И также материя отлична от другой материи. То есть, итак, пять основополагающих различий. Их присутствие установил Мадхавачарья. Мадхавачарья написал книгу под названием «Слава Кришны». Мадхавачарья был необыкновенно могущественен, и порой люди недоумевали, кто же он. Однажды 40 тысяч килограмм бананов и огромное количество молока он съел за один раз. И тем самым проявил Айшварью, показав всем, что он Вайо Аватара. Видя это, люди были поражены. 40 тысяч бананов. Однажды он отдыхал под деревом на берегу океана. К нему подошел один торговец. Он уже завершил поездку, продал все, что было необходимо. И решил взять с собой назад огромное количество гопи чандана. Поместили его на корабль. Но случилось так, что корабль застрял, возможно, в песке, и дальше не мог двигаться. Этот торговец был в глубоком замешательстве, что теперь делать. Он увидел на берегу, вдалеке, могущественного саду. Он взмолился ему: «Посмотри, что произошло со мной, помоги, пожалуйста, я умираю». Увидев его, Мадхавачарья показал ему мудру, то есть сложные определенным образом пальцы. Указание. То есть он сделал просто жест, и корабль поплыл. Человек был так доволен, счастлив, что хотел вознаградить Мадхавачарью. Было нечего дать, кроме как гопи чандан. И вот это огромное количество гопи чандана. Он пожертвовал Мадхавачарье. А Мадхавачарья весь его за один раз взял в одну руку, поместил, в одну руку поднял. В
пока он шел, этот огромный кусок Гопичандана раскололся надвое. И из этого Гопичандана вышел Гопал, Мурти Гопала. Когда в форме божества, когда мама Ишода ругала Кришну и Мадхвачарья взял божество и пошел в свой баджан кутир. И впоследствии он написал: одну стотру и основываясь на этом, можно доказать, что он в действительности поклонялся Кришне, хотя многие опровергают этот факт. Если в Бхагаватам Шукадева Госвами используют имя Вишну. То есть почему здесь, вот в этом стихе используется Вишну? Конечно же, Вишну не совершает танец расы, только Кришна делает это. Во время танца расы все аватары, которые находятся в Кришне, покидают его, и остается лишь Кришна, потому что только он может совершать танец расы. Но Вишну в этом стихе указывает на Кришну. Для того, чтобы опровергнуть сомнения людей, он указывает на то, что речь идет о Вишну, а Кришна является Вишну. То есть тем самым Шукадев Госвами указывает на божественную природу Кришны, что он не обычный человек, который наслаждается. Указывает на то, что Кришна повсюду. Inside the heart of Gopi, inside the heart of husband of all Gopi, all Krishna staying. So if Кришна находится даже в сердцах мужей Гопи, и поэтому не происходит никак, то есть Гопи никак не оскверняются отношениями со своими мужьями, потому что в действительности у них один единственный муж — это Кришна. Итак, Мадхава Ачарья в действительности поклонялся Кришна Татве. В Южной Индии Махапрабху не мог найти последователей Кришна Татве, лишь других аватар Господа. Я слышал также, что Мадхава Ачарья поклонялся Рам-мурти, Рама-мурти, божеству, которому поклонялся Дашаратхи Махарадж еще до явления Рамачандры. И это божество, этому божеству впоследствии поклонялся Мадхава Ачарья. Потому что, и в этом нет ничего удивительного, потому что
он, Мадхвачарья, является, то есть не отличен от Хануманы, который принимал непосредственное участие в лилах Рамачандры. Как я уже говорил, Чатуршан и Анантадев слушали комментарии Мадхвачарьи на Бхагаватам. И в конце концов Чатуршан спросил, каково же значение, каков смысл, какое благо получат те, кто услышат комментарии Мадхвачарьи. И ответ на этот вопрос был следующим, что дживы получат бхакти и вечное служение. Помимо всего мукти, а подлинное значение мукти означает обрести вечное служение. Мукти, каким его понимают майявади, мы получить не хотим. Мы заинтересованы в служении. У меня есть много книг Мадхвачарьи, и всюду он прославляет Кришну. Также он указывал на некоторые ограничения, запреты, изложенные самим Бхагаваном. То есть он не хотел затрагивать темы, связанные с расататвой, а те, кто сейчас заявляет, что мы не имеем связи с Мадхвачарьей, пользуются этим фактом. Но как Рамануджачарья пришел сюда с определенной целью, как Шанкарачарья пришел с определенной целью, так и Мадхвачарья пришел, чтобы исполнить задание, полученное от Бхагавана. И он делал именно это. То есть он открывал Сиддханту до той степени, до которой должен был это сделать. Как Вриндаван Дас Такур говорит, он является Вьясадевой Гауранга Лилой, но он сам говорит, я вот только до этого момента пишу, а дальше я не знаю. Это говорит о том, что он изложил только до того момента, до которого был должен это сделать. То есть он, Кришнадас Кавирадж Госвами, Кастури Сакхи, и он же излагает Чайтанья Чаритамриту, объясняет Чайтанья Чаритамриту. Кришнадас Кавирадж Госвами для того, чтобы составить Чайтанья Чаритамриту, собирал материалы от вечных спутников Махапрабху, и с глубоким смирением он обращался к ним, как я могу, я уже в таком преклонном возрасте, что я могу написать? Они отправились к божеству Мадана Мохана, и Пуджари повесил на шею Кришнадас Кавираджа Госвами гирлянду с божества. Как бы тем самым он получил благословение Господа.
нечто подобное произошло с Шрилой Прабхупадой, когда на него упала гирлянда Джаганнатха в детстве. Мадхвачарья не находится, не является спутником Радхарани. Он Вайо аватара. А Прабхупад — вечный спутник Радхарани. Он на Янамани Манджаре. То есть для нас наиболее важны те, кто приходит от Радхарани, даже не от Кришны, а именно от Радхарани. Потому что Кришна — сева виграха. Откуда он знает, как служить, как ему служить? А Радхарани знает в совершенстве. Поэтому Прабхупад обладает своей особенностью, превосходством. В действительности он настолько превосходен, что никто из ачарьев, приходящих в этот мир, не может сравниться с Прабхупадой. Это можно легко доказать на основании того, что он писал. То, что говорил Прабхупад, то, что писал Прабхупад, все равно, что слова Радхарани, все равно, что если бы это делал сама Шримати Радхарани. Итак, Мадхвачарья опровергал Майеваду, уничтожал ее. То же самое делал Бхактивинода Тхакур. Он писал на основании Прамея Ратнавали, который написал Баладев Видья Бхушана. То есть то, что проповедовал Бхактивинода Тхакур, не отлично от того, что проповедовал Баладев Видья Бхушана и от того, что проповедовал Мадхвачарья. Таким образом, татва едина, она... Хари преисполнен шакти. Мадхвачарья соглашался с этим, то есть он не опровергал это. И он утверждал, что Бхагавата, татва, наполнена расой. Что все дживы могут быть под влиянием майи, а могут быть за пределами ее влияния. Именно это проповедовал он, что дживы могут находиться в обусловленном состоянии и в освобожденном. Разве это отличается от... от философии Гауди Вайшнавов? То есть он также проповедовал теорию Веда Абхеда, татвы. И Махапрабху лишь сделал добавление, добавил слово Ачинтия, то есть Ачинтия Беда Беда Татва, для того, чтобы с помощью него, вот этого слова, то есть этого понятия, он привел в гармонию все четыре сампрадая. И таким образом четыре сампрадая признали концепцию Ачинтия Беда Беда Татвы и образовались четыре ответвления от этого. Как
говорит Бхактивинод Такур, мы являемся Мадхава Гаудия Сампрадай. Мы находимся в линии Мадхава Ачарья. Джива Госвами Пад. Сам Джива Госвами Пад возносил молитвы Мадхава Ачарья. Он писал свои труды на основании философии Мадхава Ачарья. Он обращался к нему как в... Прежде чем взяться за написание Шатсандарбхи, он вначале написал, что я лишь по милости наших ачарий, Мадхава ачария, сейчас буду писать, составлять шесть сандарбх. Бхактивинод Такур объясняет, что те, кто приняли прибежище у Гаудия Сампрадай, но при этом утверждают, что у нас нет никакой связи с Мадхава Ачарьей, являются преступниками, врагами Гаудия Самаджа. Таких людей необходимо изгонять, но в нынешней ситуации это невозможно. Ситуация настолько сложна, вы должны понимать, что если вы хотите защитить свою бхакти, нужно защищать, то есть не нужно бегать, где попало. Харикатха важнее, чем беготня. Итак, Мадхавендра Пури, Ишвара Пури, все они связаны, находятся в связи, в линии Мадхава Ачарьи. Итак, Мадхава Ачарья является колонной, одной колонной в Гаудия Сампрадая. Как Прабхупад написал в Киртане, там он привел в гармонию два вида парампары. Пурна Прагья — это другое имя Ачюта Прекхи. Таким образом, Мадхава Ачарья до последних своих дней истреблял Майваду. Он был настолько могущественный, что хотел с корнем вырвать Майваду. Те, кто утверждают, что Мадхава Ачарья, что мы не находимся в линии Мадхава Ачарья, Шанкарачарья.
утверждает, что Шанкарачарья якобы родился, потом оставил тело и снова родился. Я говорю, что вот это является самым простейшим доказательством того, что ваша философия ложна, неправильна. Потому что вы утверждаете, что после, то есть Майвади утверждает, что после того, как душа оставляет тело, она сливается с Брамой. Так как же Шанкарачарья мог вновь родиться? Madhacharya later, okay? But at the time of Madhacharya, one Shankaracharya, I mean, they demand Shankaracharya again to birth in Kerala. То есть Майвади заявляет, что второй раз оба Шанкарачарья родились в Керале, в Южной Индии. Этот Шанкарачарья хотел в дебате победить Мадхавачарью, но у него ничего не вышло. В Варанасе. Также состоялся большой дебат с Мадхавачарьей и Майвади, в завершении которого на небесах проявился Вьясадева Госвами и сказал: «Не спорьте с ним, Мадхавачарья прав». Мадхавачарья явился и сказал, что все эти споры ни к чему не приведут. Мадхавачарья прав. Он... И на этом дебат был завершен. Таким образом, наставление Мадхавачарьи в своем истинном свете, неизмененном, никак не противоречат Сиддханте нашей Гуру Варги, нашей Гуру Парампары. Сейчас люди в большом замешательстве, кому следовать. И духовные учителя не позволяют Итак, мы молимся о милости Мадхавачарьи. Я хотел рассказать еще много о Мадхавачарьи. Будем ждать дня явления Мадхавачарьи и продолжим.